В октябре 2017 года был оправдан бывший футболист О.Джей Симпсон, которого в 90-х обвинили в убийстве бывшей жены и ее друга. На протяжении 9 лет заключения дела спортсмена обсуждали в СМИ, а неравнодушные граждане устраивали митинги в поддержку или против американского игрока. Сегодня мы вспоминаем имена известных людей, которые не избежали наказания за совершенное ими преступление. Актер Роберт Блейк стал звездой «Хроник» после того, как застрелил свою жену, которая подарила артисту 4 детей. Первоначально суд оправдал Роберта, но дети погибшей обжаловали приговор, и в итоге Блейк сел в тюрьму. Свою жену также убил писатель Уильям Бэрроуз. Первоначально Уильям заявил, что супруга погибла в результате игры, по замыслу которой нужно было выстрелом сбить стакан, стоящий на ее голове, но по роковому стечению обстоятельств он промахнулся. Затем Бэрроуз винил во всем оружие, заявляя, что оно было неисправно. Родственники звезд нередко бывают участниками громких дел. Например, старший сын Марлона Брандо Кристиан отсидел в тюрьме 5 лет за то, что в 1990 году застрелил приятеля сестры. Первоначально адвокат настаивал на версии непреднамеренного убийства, но позже Кристиан признался, что преступление было спланировано. В список звезд-убийц попал и Лейн Гаррисон, известный зрителям по сериалу «Побег». Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, артист сел за руль и попал в аварию, в результате которой погиб его приятель. В итоге суд приговорил Лейна к 40 месяцам тюрьмы. Звезда Голливуда Чарльз С. Даттон, который знаком зрителю по сериалу «Доктор Хаус», в 17 лет в ходе драки убил человека. За 7 лет тюремного заключения Чарльза неоднократно отправляли в одиночную камеру. Там он пристрастился к чтению пьес и открыл в себе задатки актерского таланта. Звезду сериала «Могучие рейнджеры» Скайлора Делиона в 2009 году суд приговорил к смертной казни. Причиной стало двойное убийство. Скайлор убил семейную пару, чтобы завладеть их яхтой, которую первоначально он планировал купить за 500 тысяч долларов. В список звезд, которые сидели в тюрьме, попала и советская актриса Валентина Малявина. В 1978 году ее обвинили в убийстве супруга, актера Стаса Жданько. Изначально дело было закрыто, но в 1983 году его подняли из архива, и Малявину осудили на 9 лет. В тюрьме она провела 4 года и вышла на свободу после амнистии. Знаете ли вы еще кого-то из знаменитых людей, кто попал в тюрьму за убийство? Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное.